Опять -25. Девиз наступившей недели. Синоптики обещают морозы покрепче крещенских. Столбик термометра опустится ниже 27 градусов. В народе этот период февральских морозов называют тимофеевскими. Сегодня на территории нашей области ночная и утренняя температура воздуха понижалась до -27,7 градусов. Это Клепиковский район, метеостанция Тума. Период аномально холодной погоды сохранится до 11 февраля. Ночная температура воздуха прогнозируется -19, -24 градуса, а ближайшей ночью местами по области до -29. Как правило, после такой погоды резкого потепления не бывает. Можно предположить, что погода будет около нормы. Морозной, с температурами, соответствующими климатической норме. В пределах -8, -10 градусов. Если до конца месяца какое-то потепление и произойдет, то не будет продолжительным. Среднесуточная температура воздуха окажется на 6-8 градусов ниже климатической нормы, но до рекордных значений нам далеко. Так, 8 февраля абсолютный минимум составляет -35,2 градуса, 1910 год. 9 февраля -32,7 градусов, 1987 год. 10 февраля -34,8 градуса, 1950 год. И 11 февраля абсолютный максимум составляет -33,6 градусов, принадлежит 1950 году. Некоторые ученые считают, что россиянам следует привыкнуть к аномальным погодным явлениям. По их мнению, увеличение амплитуды погодных характеристик происходит из-за глобального потепления. При этом, согласно такой гипотезе, экстремальные погодные явления будут учащаться. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».